8.50, блин. Больше всего раздражает то, что мы сейчас... Стоп, а куда я собрался? Собственно, ничего хитрого в физкультуре дома нет. Достаточно делать обычные упражнения, которые знают со школы, ну, скорее всего, любой. Это банальные приседания, но технику выполнения я рекомендую посмотреть на обычном YouTube. Стоя спину держим прямо, взгляд смотрит вверх, приседаем, встаем. Банальные отжимания, кстати, кто-то на ладошках, кто-то на кулаках, мне привычнее вот так вот. Банальные отжимания, опять же, технику выполнения лучше всего смотреть в интернете, там наиболее доступно все объясняется. 148, 149, 150. Ну, собственно, вам убиваться так не надо. Спорт дома – это отжимания, приседания, пресс, растяжка, кому здоровье позволяет. То есть обычные легкие физические нагрузки.